Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по Адитурбина. Это рекламная платформа. Он вчера стартанул. Все замечательно. Значит, хочу в этом видео показать, как просматривать ежедневно рекламу. Ну, напоминаю, стоимость одного пакета $1 у нас. И минимальный выход также $1. Я войду в кабинет. Еще ничего не смотрела. Так, успела. И сейчас я вам покажу. Потому что многие, возможно, зайдут и рекламки нет. Чтоб не пугались, реклама есть, все замечательно. Как видим, у меня на балансе $1.16. В резервном балансе $0.24. Вот здесь нажимаем подробнее. И здесь читаем, что здесь написано. 20% от суммы ежедневных начислений. За $1 нам будут начислять за один АД-пакет. Так, это будет у нас 6 центов. Ну, я показывала вчера, как пополнять, как покупать рекламный пакет, АД-пакет. Значит, сюда нажимаем «Просмотр рекламы». Значит, друзья, вот здесь баннеры. У вас вот этого не будет. Нажимаете, кликаете на один баннер, на любой. Переходите обратно на сайт. И у вас открывается вот такая форма с рекламой. Понятно, да? Нажимаем «Смотреть». Нас перебрасывает на страничку. Идет отсчет времени. Здесь я тоже в этом проекте хорошо зарабатываю. И смотрим рекламку. Здесь вот, если нам интересно, переходим на веб-сайт. Здесь закрываем. И обратно. Еще одну просмотрим. Вот таким вот образом мы... Нам идет ежедневное начисление. Если мы один день не просмотрим, то нам начислений никаких не будет. Вот нужно просматривать ежедневно. Вот таким вот образом. Ну, вывод я попозже выведу. Пусть немножечко поднакапает денежек. Потому что уже выводы идут на главной страничке. Друзья, можно просмотреть уже... Есть первые выплаты, проект платит. Но у меня в нем нет сомнений в этом проекте, поэтому я люблю такие проекты. Вот. В принципе, на этом все. Просматривайте рекламку. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!